Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин, орган и современный клавишный инструмент – синтезатор. У клавишных музыкальных инструментов извлечение звука происходит при помощи клавиш. Каждая клавиша – это рычаг, который управляет молоточком. Молоточек ударяет по струне, образуя звук. Не будь таких клавиш, рычагов, инструмент не звучал бы. Клавиши расположены в определенном порядке, составляют клавиатуру. Количество клавиш у фортепиано ровно 88, состоят из 7 октав. В октаве 7 белых, основные тона, и 5 черных клавиш, полутонов. Фортепиано – клавишный струнный инструмент. Рояль со стоячим треугольным корпусом и горизонтально натянутыми металлическими струнами. С вертикальным расположением струн – это пианино. У рояля много клавиш. Ты сейчас их все представишь. В правых слева бас гудит, будто он всегда сердит. В крайних справа звук высок, будто птичий голосок. В средних клавишах как раз тот же голос, как у нас. Чтоб на клавишах играть, пальцы нужно развивать. Рояль состоит из корпуса на ножках, педалей, на которые пианист нажимает ногами. Над клавиатурой располагается подставка для нот. Возле рояля ставится специальный стул. При игре на рояле возможно исполнение красивых напевных мелодий. Рояль – концертный инструмент, блестяще выполняет свою роль в оркестре. Послушайте сказку «Рояль и музыка». В одном музыкальном магазине жил-был очень красивый рояль. Рано утром, когда еще не было покупателей, он слышал пение птиц и мечтал о том, чтобы так же красиво петь. А самой главной мечтой рояля была музыка. Однажды в магазин зашла девочка со своими родителями. Ей так понравился рояль, что она уговорила родителей купить его. Прошло совсем немного времени, и подарок стоял у них дома. Девочка с радостью захотела сыграть на рояле, стала ударять по клавишам, и от этого музыка спряталась и стала неслышной. В это время в дверь позвонили. На пороге стояла красивая фея музыки. «Разрешите, я преподнесу вам подарок», — сказала она. Она села за рояль, и зазвучала музыка, мелодичная и очень трогательная. Все сразу вокруг волшебным образом изменилось. Именно в этот день девочка увлеклась музыкой, и она всегда звучала в их доме. Клавесин – клавишно-щипковый инструмент. Очень красиво украшен причудливой росписью и формой. Клавесинист при ударе о клавишу перышко зацепляет струну, и она издает гулкий, но отрывистый звук. Самый большой из всех клавишных инструментов – это орган. Орган называют королем инструментов.
Великий чародей орган, звучит нам словно океан, поет на гоголосе рек, и замирает человек. У органа очень много труб. Мы видим лишь их малую часть, а остальные расположены сзади, и их не видно. У каждой трубы свой голос. Это достигается за счет использования сотен металлических труб разного размера, через которые продувают воздух, и трубы начинают гудеть или петь. Поэтому орган звучит как большой оркестр. А так выглядит рабочее место органиста. Внизу располагаются педали. На них, как на клавишах, играют ногами. Это самые низкие звуки органа. Синтезатор – электронный клавишный инструмент. Звучание происходит при помощи изменения свойств электрического сигнала. А теперь попробуйте отгадать, какой инструмент звучит. Рояль. Клавесин. Синтезатор. Орган. Вы отгадали все загадки. До новых встреч!